Це не АТО, це війна кривава і безжальна, говорить кадровий військовий. Півроку на передовій назавжди закарбувалися у пам'яті, особливо наступ терористичних військ на Вуглегірськ та Дебальцеве. Большое количество бронированной техники пошло на Углегорск, непосредственно на Дебальцево, артиллерия, грады, минометы, включая даже смерчи. Ураганы Дебальцево обстреливали, и очень тяжело ребятам приходилось. Но ребята выстаивали, непосредственно со своими командирами отделения, замком заводом общался. Часть техники моей, которая там была, прикрывала ребят, была разбита. От того, говорит, я спрашиваю, что там происходит? Он говорит, Сталинград отдыхает. Обстрілювали нещадно, навіть у період так званого перемир'я. Погибли ребята и... Ребята с разных областей, с разных районов, непосредственно. Но это были действительно настоящие герои. Да и вообще, те, кто находится там, это достойные патриоты нашей Украины, защитники. И каждый достоин уважения, почета. Хоч и у відпустці, втім на постійному зв'язку із передовою. Анатолій зазначає, хлопці тримаються і впевнені у перемозі. Мы устоим. И удержим противника, как бы тяжело нам и плохо не было. Потянулись резервы, и силы подтягиваются. Так что, я думаю, мы будем достойно защищать наших людей, наш народ, наших граждан, которые находятся в том районе и регионе. Військовий говорить, більшість мешканців окупованих територій або отруєні ворожою пропагандою, або бояться виказувати про українську позицію. Втім, пересічні громадяни до себе війну не кликали. Как там получилось? Дебальцево, да, в Донецке, до Луганске спрашивал непосредственно Дебальцево, местных жителей, как захватили власть и все остальное. Говорит, просто тупо пришли, грубо говоря, просто грубо можно сказано, в райотдел. Райотдел, начальник райотдела просто запустил их свободно. То есть без всякого сопротивления, без всего. Просто никто народ не спрашивал, хотят они ДНР, не хотят они ДНР. Просто пришли и объявили, вот мы ДНР. Найстрашніше на війні – то смерть, а приносять її окупанти. Український солдат захищає свою землю, а от за які такі ідеали воюють загарбники – невідомо. Сепаратист так каже, що ми фашисти, а я не знаю, як хто із нас фашисти, якщо наших ребят, моїх ребят на позиціях давили танками. Вот в чем дело. Наши, как в 41-м году, ребята, мои ребята, закидывали гранатами эти танки, которые непосредственно в окопах давили нам, наших ребят, наших солдат. На завершення нашої розмови Анатолій Фальош передає подяку від військових, волонтерам і усім небайдужим кременчужанам, що підтримують армію. Державного забезпечення вистачає, але солдатам на передовій важливо знати, що про них пам'ятають, їх підтримують. Большое им спасибо. Ребята очень признательны, всегда ждут, я имею в виду ребят, которые волонтеры приезжают, несмотря на то, что обеспечение снабжения в настоящий момент в армии нормальное. Хватает всего. У нас и полевые кухни есть, и бани даже полевые бывают. Ну, в зависимости от тех позиций, где люди стоят, вопрос этой команды не решается. А еще хлопцы переказывали, когда завершится война, они повернутся и начнут изменять страну на краще. Украина зміцніє разом с сильными духом патріотами.